Есть такой эффект Даннинга-Крюгера. Дебил не знает, что он дебил. Потому что он дебил. Фадеев! Ну, побухал ты неделю-другую. Ну, не год же синицу выгуливать. Я жопер, я не должен выглядеть в столб. Правильно, ты жопер. Для такого опытного жопера, как ты, у меня сегодня будет особое задание. Будешь бомжом, все как ты любишь. Ну ты же сегодня обещал. Уже все родители рассказали про свою работу. Один ты остался. У, твой папа бомж. Нет. Мы просто преступников ловим на задание. У вас наследственное. Усугубленное алкоголем. Ну и сколько мне осталось? Дочку успею на выпускной сводить? Если только выпускной в этом году. Ну привет, Катюш. Ну, впервые в жизни захотелось сделать все правильно. Уйти тем, кем являюсь. Человеком, который тебя любит. Поцелуй за меня, Настю. Передай, что папа ей гордится. Фадеев? Героем умереть хочешь? Орден на грудь или пособие по потере кормильца? Орден. Значит, пособие. Да кто ты такой? А ты чё такой косой? На ОБЖ не ходил, что ли, в школе? Стреляй давай! Стреляй. Зачем? Стреляй! Лучше убей. Ладно. Работает полиция! Извините, это какая квартира? Фадеев! Бывшая жена Бори? Лиза. Эротический спам. Второй размер чашки. Вообще третий. Ну, главное, что сами в это верите. Борь, я тебя жду. Мы разработали план, как сорвать покушение. Фадеев будет присутствовать везде, на всех мероприятиях вместо вас, пока киллер себя не обнаружит. Как же трудно умереть-то в этом мире, а?